Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Пельмень у нас весь измотан, но я думаю, с этим справиться. Пельмень, что у тебя по здоровью? Замечательно, по нужному тебе что? Ага, бывает. То есть, можно врезать органы, но этим злоупотреблять нежелательно. Да, я знаю, что он прибыл на схрон. А, то есть, теперь в этот раз слон другой, замечательно. Агрессивное состояние агрессии, ладно. Ага, вы уже ближе максимально подошли. Давайте уходим отсюда. Нужно сейчас перегруппироваться немножечко. Так. Вы идите сюда. Так. И сюда. Так. Голод. Сеня. Я понимаю, что у вас у всех, типа, нервный срыв из-за того, что это самое, но ничего с этим поделать не могу. Давайте разделимся. И у нас Джордан. Принять. Джордан у нас пойдет обратно посетить место. Обратно. И также у нас Ксионер. Ты у нас как спокоен, все замечательно. Мы берем, снаряжаем караван. Где у нас будет Ксионер? Да, думаю, Ксионер одного хватит. Принять. Стоп, а у нас Ксионер привязан к какому-нибудь питомец? Нет, у нас только Джордан. Окей. Ксионер. А лучше возьми с собой Пиолу на всякий случай. Вот, на всякий случай. Снарядить караван. Ксионер и Пиола. Принять. Ага. Построить маршрут вот сюда. Построить маршрут, принять. А, нет, вернуться. Я совсем забыл о вещах. 12 возьмем этого и возьмем и также из вещей лекарственных трав штучек 10. Все, принять. Так, у нас по килограмм вмещается, все замечательно. Принять. Так, вернуться. Построить маршрут. Он есть сюда. Построить маршрут и принять. А, замечательно. Джордан, думаю, ты у нас справишься. Спиди и этот. Иди сюда. Стоп, у нас схрон пропал, типа, или что? Мира, я могу отменить караван, типа? Ладно, посещайте место. Я так понял, у нас схрон пропал, и у нас экспедиция получилась неудачная. Сейчас они уйдут, я отменю их поход, и всех их надо будет возвращать сюда. Так, посетить место. Все, я в курсе. Только не понял, как вы пришли здесь и вышли здесь. Ну ладно, это не мое дело. Занимайтесь своими делами, так. Пока сейчас дела идут не очень, но я думаю, скоро все наладится и будет все замечательно. Нужно будет аккуратно переставить все горшки и также построить вот здесь вот две копии, чтобы было все симметрично. Также я думаю переставить лампочку сюда и обогреватель переставить вот сюда вот. Джордан голодает. Сделай привал. А, у тебя, наверное, срыв, да? Да, это плохо. Ну ладно, что ж теперь. Видимо, у нас в колонии пропала Джордан. Хотя это было бы нежелательно, потому что она очень хороший ремесленник. Надеюсь, он у нее нервный срыв попадет и будет все замечательно. Муфала родила, ура! Я очень сильно рад. Джордан больше не испытывает растерянность. Это хорошо. Привал сделай, пожалуйста, Джордан. Очень сильно прошу. Вот дойди сюда, без разницы куда, и сделай привал. Пожалуйста. Да, у тебя сытость сама пополняется из-за того, что типа ты привал сделала. Неплохо, неплохо. Ладно, пускай так и будет. Кван Ричал прибыл к месту назначения. Типа, и в чем проблема? Посетить место. Все замечательно. Джордан, ты как там? Вся сытость падает и настроение падает. Давай ты сможешь, я думаю, ты за сколько, до дороги хотя бы перебраться. Так, они полностью здоровы. И они бесполезны мне, поэтому давайте мы их, пожалуй, выпустим. Потому что они, в принципе, бесполезны, и это улучшит настроение с фракцией какой-то. А для нас они просто лишние рты. Осада. Осада. Так, смотрим. Ух ты, до хрена все его. Так, ладно. Смотрим, что они будут делать. Замечательно. Они строят минометы. Минометы нам понадобятся. Мы их изучать пока не можем. Сеня. Ты займись, пожалуйста, переноской пока.
Переноской займись, пожалуйста, всего вот то, что здесь есть. Перенести. Это в смысле нет? У нас склад под оружие, что ли, забит уже? Охренеть. Это не беда. Это вот таким вот образом исправляется. А это мы расширяем. Пельмени. Так, надо сейчас их забайтить и сагрить. Думаю, так, пельмень. У нас босс больше всего, так, ага. Пельмень больше всего подходит на эту миссию. Так, пассионер. Давайте пока вас здесь поставим. В случае, хотя пускай занимайтесь. Так, босс, пассионер и спиди больше всего подходит. Давайте сюда идите. И бегом вот сюда. Мы же сохранились, да, замечательно. Поэтому сюда вот можете бежать свободно. Так, спиди. Нет, нет, спиди, спиди сюда. Они начали штурм, и теперь оба убегаем. Убегаем сюда. А, босс, вставай сюда, аксионер. Вставай. Ричан, у тебя что? У тебя узишка, вставай. Пиола, вставай. Давай, вставай, давай. Я вас верю. Главное, чтобы они сейчас... Ух ты. Спиди, манцуй, беги. Беги, кайфуй. Так, у тебя что? Посытайся, нормально все. Давай, убегаем. А мне главное сейчас за спиди переживаю, потому что они сейчас могут... Думаю, из-за... неровности места, они нам не смогут принести небольшого урона. Так, давайте, ребята. Давайте мне троечку скорость, потому что я сейчас волнуюсь очень сильно. Давай, я вас верю, ребята. Давай. Они смогут спиди загнать сейчас и догнать его. А, это плохо. А почему спиди такой тяжелый? Хотя, почему здоровье-то? Позвоночник, больная спина, а движение ослаблено. Ладно, спиди сейчас вырубит. Пельмень, спасайся. Так, нет, пельмень, спасайся. Сюда, если спиди вырубит, это будет плохо, но не критично. Давай, спиди, я в тебя верю. Ладно, атакуй. А, его вырубили, окей. Сейчас куда он идет? Все, сюда бежим все. А стоять? Стоять! Это замануха, все понятно с вами. Так, давайте мы загрузимся. Потому что как-то все по пизде пошло. Но на самом деле милишек не нужен, чтобы их сагрить. Нам нужен один пельменник, то что у него максимально... Я понял примерно тактику, как с ними сражаются сейчас. Давайте. Начинайте строить оборону, типа турель, и все будет замечательно. Что вы строите такое? Так, давай ты продолжишь сюда идти, но сделаешь привал. Еще подходи ближе. Прибегай. Так, замечательно. Минус один. Давайте еще поближе подойдем. Начали штурм. А, пельмень, убегай. Босс, вставай. Ксионер, вставай. Вставай. Все, короче, все вставайте. Нет, сюда. Ричан, сюда. Сеня, вставай. Спиди, давай сюда. Думаю, пельмень сможет убежать. Надеюсь на это, потому что иначе... Куда? Ушиб торс, пистолет. Вроде у него движение ослаблено, и поэтому я молюсь за тебя, пельмень, что ты успеешь добежать. Давай. Вообще не вовремя. Давай. В тебя верю. Пельмешка, давай, я тебе верю. Не мансуй, сейчас не мансуй. Вот сейчас вообще мансы не нужны. Давай, беги, пельмень. Беги. Давай быстрее. Бегай, пельмень, давай. Чего у тебя по здоровью? Ушиб, пистолет, без разницы, давай, пельмень, давай. Пельмень, давай, высокая трава, пофиг, на все насрать. Просто беги, пельмень, просто беги. Давай, пельмень, я в себя верю, ты сможешь. Пельмень, давай. Осталось немножко, пельмешка, давай. То, что они погиб... То, что он упал, это плохо? Атакуем их! Мстим за пельмени!
Что мы делаем? Так, босс, захватывай. Спиди, спасай. Еще Ричан у нас вроде хороший меди, поэтому захватывай. Все, занялись своими делами. Пельмени, что у тебя по здоровью? Неопасное кровотечение, нормально. Все нормально, не переживаем. А у тебя что? Астма легкая. Пиолот, сможешь ее спасти? Если сможешь спасти и спасешь, то это будет замечательно. Так, это захватываем и переставляем себе на базу. Переставляем ближе по складу. И что я понял, исходя из этого, надо будет склад наш переделывать. Как-то так, ребят. Так, вот это вот все нужно будет. Надо будет все это захватить. И все это нужно будет разобрать. Или что с тобой? А, ну в принципе. Спиди. Босс, давай, лечи. И он поможет. Нет. Спас. Захватывай, захватывай, захватывай. Быстрее. Спасай. Лечи. Босс далеко. Ричан, может ты ближе? Ты ближе. Ричан, спасай, пожалуйста, лечи. Я хочу, чтобы она... 0,9, давай, давай, давай. 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 8, 7, 6. Фу, она... Ричан, вот красава, увожу хоть тебя, Ричан, вот увожу, увожу ее. Уважаю тебя, Ричан, теперь. Так, теперь нужно сделать здесь, построить стол 2 на 4, думаю. Неплохой стол такой. И поставить пару стульев. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зачем 6, не знаю, но пускай будут. Фух, замечательно. Просто замечательно. Инфекция заражения угли... Ну, думаю, вы справитесь с лечением его. Потому что с этим особых проблем нет. Я серьезно не понимаю, почему они не хотят сеять здесь одуванчики. Может быть, сено траву, если я назначу им сеять здесь, они будут ее сеять. Но почему-то кто-то до сих пор никто не сеет. Пельмень, иди отдыхай, пожалуйста. А лучше сейчас нам не мультианализаторы, а изучать больничные кровати. Потому что это будет сейчас приоритет. Джордан, ты как ты там? Что тебе по нуждам? Сытость, нормально все? Давай, беги. А также нам нужно будет, чуть не забыл, сделать... У нас же гранита много. Теперь вот так вот, таким вот макаром сделать, увеличить область нашу. Все, и вот эта область тоже будет складом нашим. Потому что склада этого маловато. А то есть нам пришли знакомые и сестра, да? В социум... Сестра Мината. А, окей. Грязь на кухне. Почему у нас никто не присутствует? Грузовые контейнеры. А, желе насекомых, класс. Это намек, то, что скоро придут нам... Угу. Спасибо, таких намеков я не хочу больше. Слитость, давай беги сюда. Тебе сколько надо на это? Один день. Ну, ты справишься. Также, ребят, вам нужно будет приказать копию раз сделать. И приказать вот это все разобрать. А питомцам нужно будет из области пастбища вот это вот все убрать. Потому что тут же нежелательно, чтобы они паслись, потому что тут будет склад. Я не понимаю, почему у нас никто не убирается, а потому что уборщик все на двоечку, окей, Джесс. Охренеть, трое хаски, просто прибавилось, ну класс. Теперь у нас еще больше хаски. Нафига нам так много их? А, чуть не забыл, вот эту вот область нам нужно будет расширять. Сделать тут гранитную дверь раз и гранитную дверь два. Но это не скоро, поэтому вот так вот сделаем сейчас все. Колышек. Окей, колышек-то колышек. А, развлекаловки, кстати, насчет колышка нету тут. Раз развлекаловка, два развлекаловка. Пускай развлекаются. Так. А, давайте им по диете. Простую диету выделим, потому что это как-то жирно им питаться шикарной диетой. И его вылечим в зависимости от демолиста. Трумба, вот сейчас не до вас, кардинально не до вас. Черт, что у тебя? Все в порядке, ты скоро, кстати, дойдешь. И у нас наконец-то будет в порядке в поселении. А вот это, кстати, надо будет разобрать. Только после того, как построится. Пельмень, чем ты сейчас занят? Медитируй, медитируй, ладно. Я не буду тебя отвлекать от данного процесса. Джордан, я поздравляю тебя, ты привела болезненное пищевое отравление. Давай клизму тебе сделаем. Нет? Не хочешь? Ой, как забегал, как пара клизм. Ой, как забегал.
Просто рухнуло. Окей. Это не страшно. Просто рухнуть это. Три, четыре, пять. Просто рухнуть она может, а вот не желательно, чтобы она рухнула совсем. Ты прям полностью здоров, да? Тогда мы тебя... Хотя, посмотрим по персоне ты какой. Искусство нафиг. А, нет, выпустите, выпустите. Ты у нас кто? А ты у нас асмы, да? Выпускаем его. Чуть не забыл, нам нужно вот эти двери держать открытые хотя бы одну. Сионер, пожалуйста, встань сюда. Хотя лучше нет, не сюда. Не сюда. Сионер, иди сюда. Встань сюда. Вот эта вот дверь, пускай будет всегда открытой. Чтобы враги типа видели то, что все, что здесь находится, все ветряки и все посевы. А тут будет расти одуванчики. Мне бы торговец оружием не помешал, чтобы я все это ему продал. Хотя я, по идее, могу сделать, уничтожать оружие. Джордан, чем ты сейчас... А, ты убираешься, все правильно ты делаешь. Только начала бы ты с кухни, на самом деле. Потому что на кухне больше всего бардака. Босс чем занят? А, заменяет одуванчики. Но почему-то они упорно не хотят здесь засеивать, хотя... Разрешение сеять у них есть. Типа, я не понимаю, серьезно, не понимаю. Окей, давайте удалим. И сделать новую область посадок. Я не знаю почему, но серьезно, не знаю почему они не хотят, просто здесь берут и не хотят сеять. Одуванчики. Босс, если я тебе скажу сеять, почему... А, нету прохода, я имбецил, вот имбецил, а. Типа, они не могут проходить. Я вот смотрю, тут расстояние такое здоровенное, и типа, думаю, в чем же дело? На самом деле, нежелательно, чтобы они вот так вот ходили, наши птички многоуважаемые. Вот так вот сделаем сейчас. Давайте не автодверь, потому что на автодверях мы разоримся. Тут хотя бы сделать обычную дверь. Грузовые контейнеры, замечательно, придите к месту. Окей. Еда. Простая еда. Ну, почему нет? Неназначенное исследование. Исследование. Продолжаем мультианализатором. Это замечательно. То, что у нас разрешились кровати. Это мы разбираем. И строим из мебели больничную кровать. 120 стали, 5 компонентов. Это, в принципе, дешево. Но в приоритете будет построить вот это вот. Давайте мы сделаем это в шахматном порядке. То есть, вот таким вот образом. Пельмень. Разбери. Окей, я смотрю, ты упорно не хочешь этим заниматься, ну ладно. У Сени какой-то желудок слабый, судя по всему, потому что он как-то ест очень. А, блюет и ест, да? Ест и блюет. Ну ладно, ешь и блюй. Блюй и ешь. Если тебе так нравится, типа, тебе вкусно, наверное. А пельмень здоровый полностью. Это замечательно. А вот это вот нужно будет переставить сюда, вот для симметрии. И вот это вот тоже надо будет переставить. Переставить вот сюда. Это после того, как пельмень сейчас его переставит, да, надеюсь. Пельмень, и давай уже доделай сразу все. Все вроде устаканилось на базе, и думаю, все хорошо пока. Джесс, рваная одежда. Почему не снимаете, если он рваный, типа? Давайте посмотрим. У нас Джесс, по-моему, да, 16-летний, типа. Налет знакомый, замечательно. Все тело, толерант, сколько лун, множитель эффектов от алкоголя 88%. Охренеть. Так, это плохо. Это кардинально плохо. Ладно. Ты с автоматом сюда. Босс с автоматом сюда, ксионер с автоматом сюда. Давайте, давайте, ребят, собрались. Также вам нужно будет сейчас поставить ограничение домашнего области 7. Джессер Джордан будете здесь. Чтобы я не беспокоился вас. То, что они сюда бегут, это плохо. Джесс. Так, у меня к тебе будет просьба. Так, ага. Джесс, беги сюда, беги сюда. О чем я и говорил. То, что они игнорируют полностью это, но выбирают почему-то вот эту область. Я не знаю почему, вот хоть убей, не понимаю почему. Вот эта дверь, наверное, будет лишней здесь. И у меня нету никакого быстрого способа только через склад пройти. Сейчас, если боссу скажу... Здесь стену он не починит ведь. Оно ломает быстрее. Давай пельмень подсоединяйся.
Сломала. Так, ладно. Джордан, убегай. Я не знаю, что сейчас делать.